Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Компания Golden Boy анонсировала поединок 9 апреля между Габриэлем Росадо и Шейном Мозли-младшим. Оба боксера возвращаются на ринг после поражения. Батыр Джукембаев может стать участником вечера бокса, главным событием которого станет поединок Оскара Вальдеса и Шакура Стивенсона 30 апреля в Лас-Вегасе. Переговоры с Джукембаевым должны состояться в ближайшее время. Возвращение в ринг Маркуса Майданы запланировано на 26 марта в Дубае с большой вероятностью сорвется. Соперником Маркуса должен был стать звезда соцсетей Яо Кабрера. Накануне стало известно, что судья в Аргентине не позволили Кабреру покинуть страну в связи с подозрением в торговле людьми. Видимо, искать нового соперника для Майдана, учитывая, что обои с Кабрерой они договорились еще с середины 2021 года, не станут. Абсолютный чемпион Сауль Альварес столкнется с трудностями в поединке 7 мая против Дмитрия Бивола, полагает бывший соперник Бивола Крейг Ричардс. Канело не сможет сокращать дистанцию так же легко, как с другими боксерами. Бивол бьет при каждой возможности, он не экономит удары, он бьет точно, так что это будет непростая задача для Канело. Многое зависит от того, будет ли сила ударов Бивола беспокоить Канело, но это будет интересный бой, и тот, кто сможет навязать свой стиль, тот и выйдет победителем. Геннадий Головкин рассказал, насколько принципиален для него третий бой с Саулем Альваресом и готов ли он завершить карьеру без трилогии. Да, опять же такой вопрос, что как бы я бы сейчас на него не ответил, найдутся, я думаю, куча людей, которые нашли бы в этом, в моем бы ответе бы какие-то, вы знаете, подковырки, они бы ссылались бы на что-нибудь, так же, как и на мои заслуги. Если говорить о моих заслугах, всегда находятся какие-то люди, которые пытаются не признавать это, да, то есть занимаются самообманом. С другой стороны, буду откровеннее и скажу честно, как оно, то есть как я вижу это все, никто не знает, как оно будет. Будет бой, будет здорово. Не будет бой, опять же, наверное, будет это здорово. В том плане, что чему должно случиться, то и случится. Я к этому отношусь очень спокойно. Я смотрю как бы реальности в лицо. Как оно будет, так оно будет. Давайте вообще вот эту всю тему Канело сейчас. Наверное, еще рано об этом говорить. Давайте оставим это после боя. Я с удовольствием, мы поговорим об этом после боя в Японии. Действительно, мне вообще как бы не больно об этом говорить и говорить как боец. Да нет, я всегда говорю об этом. То есть мне правду сказать, я знаю, что правда, она в принципе не нужна, да, никому. Но те люди, которые говорят правду или придерживаются своего мнения, я считаю, что это неплохая черта у человека. Никогда ты когда ты живешь во лжи, да, все, что касается, как я бы хотел повторить, я считаю, что, конечно, я победил в этих двух боях, и кто бы там что ни говорил, то есть вот это вот лицемерие, вот это людское, она, как показывает практика, она в большинстве случаев, то есть, преобладает. Все, что говорится, говорить о, как это выглядело, не знаю, даже. То есть правила того бизнеса, в котором мы находимся. И если это случилось, значит, как-то это же все-таки работает. То есть просто это надо понять. Здесь не надо говорить, что это плохо или это хорошо. То есть надо просто понимать, что это одно из правил этого бизнеса. Цель была объединить пояса. Но, к сожалению, не все получается так, как ты хочешь. Говорить об объединительных поясах в будущем, знаете, рано, наверное, еще как-то уже не актуально в этом случае, потому что, кто чемпион по другим версиям? Как давно они чемпионы? Сколько, как давно я этого хотел? То есть, я надеюсь, что до моих 45 это случится или до моих 50 лет это когда-то случится. То есть, как давно они чемпионы? Как давно я хотел этих объединить? Почему-то они не случаются.
И чем больше время проходит, тем громче они начинают об этом сейчас говорить, что они чего-то там хотят или не хотят на самом деле. То есть имеем то, что имеем. В данный момент у меня нет этих возможностей отбоксировать за объединение. Чем отличается Джонатан Бэнкс от Эйбола Санчеса? Ну, во-первых, поймите меня правильно, я не хочу говорить сейчас плохо о ком-то. То есть о том же Эйболе или о том же Бэнксе. То есть это совершенно разные люди, совершенно разными мировоззрениями вообще. То есть я сейчас нахожусь просто в другой ситуации. И все, что дал мне Эйбол, я этому очень благодарен, и я это очень сильно ценю. То есть в данный момент я нахожусь, работаю с Джонатаном Бэнксом, чему я также благодарен, кому я очень благодарен, кого я, опять же, также очень сильно ценю, как своего тренера, как своего наставника. Это же один из этапов жизни. Не говорит, что я забыл про то все, что было в прошлом, и сейчас начал изучать все это новое. Нет, это просто дополнение. Я думаю, от этого я буду только лучше. Я думаю, меня это точно не испортит. Хотел бы сделать бы комплимент Эдди. Сразу видно, что вопрос профессиональный и с большим опытом. Это действительно так. В том плане, что подготовка идет долго. За это время можно было уже бы отбоксировать 2-3 раза. То есть, ну, я уже 2-3 раза был в пике, и сейчас в таком процессе надо вот удержать это, скажем так, свое стремление, свою мотивацию, свой пик, опять прийти в свой пик. И это, наверное, первая задача, которая стоит сейчас передо мной. Я согласен с тем пунктом, что нельзя никак занижать достоинство Мурата. Тем более, подчеркну, мы будем боксировать в Японии, мы поедем в Японию. Показывает наш опыт, я конкретно не знаю, вот не знаю. Япония приносит, ну, как показывает история, приносила большие сюрпризы. И что делает наш бой еще интереснее? Я думаю, действительно, стили делают бой, и у нас два очень откровенных и интересных стиля, которые тяжело предсказать, и бой, который подарит большой боксерский праздник, боксерский вечер всем болельщикам, кто будет смотреть этот бой или кто придет на этот бой. Я думаю, вообще для мира бокса это будет один из лучших боев в следующем году, в этом году. По поводу акклиматизации, да, действительно, это большой вопрос. И мы еще в процессе, мы, конечно, это очень сильно за этим следим, за этим процессом. То есть там больше, наверное, будет вопрос. Сейчас стоит вопрос о том, сколько дней у нас будет карантин. Будем, наверное, от этого отталкиваться. То есть, когда мы сможем тренироваться, когда мы сможем включиться опять в работу. То есть, будем от этих новостей отталкиваться, то есть от этой информации. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.